Приветствую вас в Blender 2.8. Погнали дальше долбить эту программку, что она может дать. В предыдущем ролике рассмотрена более-менее маломальская именно анимация передвижения персонажа болвана. И в этом ролике давайте рассмотрим, как настроить камеру. Хотел я использовать и дальше болвана в следующих роликах, но это будет скучно. Взял вот именно горгулью. Давайте на ее примере рассмотрим именно камеру, как она себя ведет и как ее настраивать. Нажимаем S, уменьшаем модель. Колесиком можно приблизить, зажать Shift, колесико зажать, можно передвигать модель по экрану. Я опять же на включить, включу я видимость нажатия клавиш. В этом углу теперь вы можете их видеть. Для начала давайте изменим световой материал именно для модели, чтобы ее было видно лучше. Нажмем Matcap. И выберем модель вот эту коричневатую. Вот уже более-менее нормально. Что мы имеем? Мы имеем основную камеру, которая вот следит за моделью, крутит ее, вертит, именно встроенная в Blender. И имеем вот эту камеру, рендер камеру. Она имеет нас. Так, разбираемся. Если сейчас мы нажимаем 0 на нампаде, то вы видите, как все установлено и куда смотрит камера. Нажмем опять же 0 на нампаде и попробуем все это дело подрегулировать. Можно использовать трансформ и крутить, вертеть ее вот именно вот здесь вот направлять. Но это не интересно. Давайте нажмем опять же 0. Нажмем английскую G. И попробуем вот так это все подкорректировать. Щелчок, снимаем выделение. Опять же 0. Смотрим, куда смотрит камера. И можем опять же нажать G и камеру чуть-чуть сместить дальше. Опять же 0, вот уже получше. Если мы зажимаем колесико, то вот в такой вид переходит камера. И крутя колесико, мы уходим вот в такой вид. Именно камеры, которая встроена в Blender. Нажимаем еще раз S, немножко уменьшаем модель. И опять же жмем 0 на нампаде. Вот уже радужней, красочней. Теперь 0 нажимаем и можем камеру вот эту именно немножко припустить. Используя R ротацию, переключившись на камеру, используя R ротацию, мы можем ее вертеть. А с помощью G можем немножко еще припустить. Нажимаем 0 на нампаде. Ну вот уже лучше. Нажимаем G, подкорректируем, щелчок. Все, вот такой вид, допустим, нас устраивает. Теперь мы можем зайти в N панель, найти вид и привязать вот этот вид камеры к этой модели, нажав привязать камеру к виду, вот здесь вот поставив галочку. Нажмем N английскую, панель исчезает. Вот теперь мы можем крутить модель, камера будет именно привязана на одном месте и не будет сбиваться. Также можно использовать колесико, приближать, отдалять. Все, камера вот у нас смотрит так. Также можно зажать Shift колесико, передвинуть модель и установить ее вот в таком виде. Вот в таком ракурсе. Это вот есть такой способ. Рассмотрим еще один способ. Нажмем 0 на NumPad. Переключимся вот на эту функцию ограничителя объекта. И выделенная камера в Object Mode, объектном режиме, добавляем ограничитель объекта, слежение. Здесь высвечивается вот такое окошко, здесь написано цель, нажимаем цель, наш персонаж, наша модель, камера опустилась вниз. Вот вы видите, как она сейчас выглядит. Вот в таком она виде. Нажимаем минус Z и нажимаем вот это
функция вверх, нажимаем Y. Все, камера привязалась к модели. Теперь щелчок левой кнопкой мыши и нажимаем английскую D. Мы можем теперь вертеть, крутить. Вы видите, что камера следит за моделью. Вот так вот. Нажимаем 0 и нажимаем теперь G. Вы видите, что камера будет именно привязана вот в таком виде. Нажимаем опять же 0 и нужно камеру чуть-чуть подкорректировать. Заходим в Add или добавить. Находим пустышка, нажимаем оси. Добавляем ось, переключаемся опять же на камеру, заходим в эту функцию добавить ограничитель объекта и нажимаем за место модели, нажимаем теперь именно empty. Можем переключиться здесь на empty, вверху в этой вкладке, здесь вот где есть у нас коллекция сцен, и нажать, допустим, G. Нажимаем G. Вот вы видите, что теперь камера привязана к пустышке, к оси вот этой. Мы ее можем здесь вот, вот так вот установить. Нажимаем 0. И вы видите, что модель выровнялась. Если мы сейчас нажмем G и переместим эту пустышку, то вы видите, что камера будет следить за ней, как бы вы ее ни поставили. Вот так можно тоже выравнивать модель. Вот такие есть варианты по камере. Нажимаем N, вылазит панель вида. Здесь уже можно именно настраивать фокусное расстояние, начало отсечения, конец и так далее. Все, всем до свидания, всем пока.